Подожди. И чего ждать-то? Я надеялся на драматический эффект, но время... Ракета «Галилея». И что, чел? Это вон там ракета «Галилея» номер 4. А спутник на ней... Блюм. О, твою-то мать! Да. Я тебя слушаю. Эти спутники уносят от нас кучу данных. Следующий уровень, мать его. Тебе нужен был шанс нагнуть Блюм, но... Мы можем их нагнуть и поиметь. Ты решил кое-что приделать к их спутнику и отправить зайцам на орбиту? Да ты совсем без башни. Мы уйдем в открытый космос. Твою мать. Ты ведешь. Да. Подбрось до хакерспейса. Я гляну, что у нас есть на Галилее. Если это вдруг сработает, мы увидим серверную ферму Блюма со всем вкусняком, как на ладони. Блюм — серьезная контора. Серверные фермы повсюду. Если повезет, мы взломаем одну, а там остальные найдутся. Дедсек не должен отставать от Кремниевой долины. Мы из кожи вон лезем. И до сих пор не знаем, что именно затеял Душан. А фотки с членом будут? Ситара, ты нас слушала хотя бы? Если мы найдем фотку с членом Душана, это идеальный компромат. Да, особенно если он мелкий и кривой. Народ! Споришь, что у члена Душана тоже причесон пучком? Чувак! А что, прикольно? Я член хипстер, я ношу только гандоны скини. У меня даже сперма со вкусом семян чиа. Меня окружают дети. Ладно, народ, хорош. Папаня злится. Звякни, когда будешь в Галилее, для тебя уже готов спутник. Для меня и волшебного клиперчипа. Волшебный? Да. Клиперчип в жопу. Ты думал, что зайдешь так далеко? Я думал, это невозможно в принципе. Рэй, чувак, я не могу молчать. Я в детстве обожал ракеты. С ума по ним сходил.
Не возбуждайся, малыш. Я знаю, как Галилей защищает свою интеллектуальную собственность. Рыпнешься не в ту сторону, и мало тебе не покажется. Нам уже давно мало не кажется. Что делать в Галилее? Выкладывай. Не гони лошадей, я пока план здания скачиваю. Когда будешь на месте, дай знать. Йоу, Маркус, спеть тебе дорожную песенку. Ну, у меня есть радио, Рэнч. Но спасибо. Йоу, Тибон, может тебе спеть хакерскую песенку? Маркус, дай газу. Говори, я слушаю. Нет, ух ты. Тибон, я на месте. План здания скачал, но пока ни хрена не вижу. Подрубить к системе наблюдения? Пульт системы безопасности в КПП на входе в здание. Я этим займусь. Для Галилея небо не предел. В Сан-Франциско продолжается космический бум. Сегодня еще несколько ракет «Галилей» готовятся к запуску. На этих ракетах находятся спутники, хотя космическое агентство отказывается говорить об их назначении, ссылаясь на нарушение госбезопасности.
Свершилось чудо! Я прозрел! Супер, прикрой меня сзади. И сзади, и спереди, и даже сверху. Хм, блеск. Всего минуту, пожалуйста. Вроде так. Сканирование прервано. Добро пожаловать в Галилей. Отсюда надо попасть в чистую зону. Там чувствительное оборудование, так что ничего не трогай. А что нам там надо? Чип, который я тебе дал, не сработает без материнки. Если я правильно понял, там есть нужная нам модель. Я звоню, чтобы мне нужно... Да? Правда? Чувак. Да. Прием. Поступил сигнал тревоги. Ответьте. Что такое? Ходите, быстро. Осторожно! Прошу. Разрешите вас просканировать. Достаточно данных. Ладно. Что происходит? Точно ушел. Я не... Вот это да! Не возбуждайся, Маркус. Здесь повсюду лазерные датчики и парни с пушками. Вы арестованы. Руки...
вероятно, в вашей зоне. Несанкционированный доступ в систему. Отключаю доступ. Хватит, уже не найдем. Сообщение о том, что цель, возможно, находится недалеко от вас. Прием. Он там? Начать поиски! Ищем объект! Сигнал. Цель, возможно, находится рядом с вами. У нас все чисто. Сейчас подключим вас.
Что у вас там? Всем занять свои места. Сейчас это не прокатит. Надо все самому. Супер, посмотрим, где они тут хранят материнки. Сейчас поищу. Чип в ракету и... вуаля! Все готово. Моя машинка не сможет туда попасть. Черт, жаль, что у нас там нет рукастого парня. 1-0. Когда мне было 10, отец водил меня в музей авиации и космонавтики. Ничего общего. Ракеты и динозавры. Любовь на всю жизнь. Сеть в порядке. Не теряйте бдительности.
пропал. Ладно, где там у нее кнопка? Не забудь колесо попинать. Рэй, можно мне в резюме записать ракетостроитель? Я похож на менеджера по персоналу? Есть. Во! Отлично! Уходи оттуда! Можно просканировать вас? Вот так детки взламывают спутники. Я приготовил для тебя печеньки. Нужно время, чтобы ракету подготовить к запуску. Мы позвоним. А пока иди порадуй себя чем-нибудь. Или не ходи. Мне плевать. По скриптум, печенек не существует.